Всем привет, с вами Inform TV. Ранее мы уже рассказывали, что ушла из жизни актриса сериала «Улица разбитых фонарей» Наталья Кудрявцева. Уже названа причина ее смерти. Наталья Константиновна скончалась по естественным причинам. Телезрители знают актрисы по ролям в популярных сериалах «Тайны следствия» и «Улица разбитых фонарей». А сегодня стало известно о смерти актрисы театра и кино Елены Муратовой. Судя по сообщениям в соцсетях, причины смерти оказались аналогичными, как и у Натальи Кудрявцевой. О смерти звезды экрана и театра сообщает пресс-служба Института современного искусства. Елена была также известна как супруга актера Роднера Муратова, которого многие помнят по картинам «Джентльмены удачи» и «12 стульев». Известно, что актриса сыграла более полусотни ролей в театре и в кино, в частности, исполнила главную роль в картине «По ту сторону», сыграла Фатиму в «Шарфе возлюбленного», участвовала в съемках таких фильмов, как «Зигзаг удачи», «Гранатовый браслет», «Вий», «Анна Каренина» и многих других.